Эдуард Николаевич, добрый день. Прошу вас прокомментировать ход игры, результаты. Ну, результатом, конечно, не очень довольны. Хороший первый тайм был. Так скажу, что у нас не хватило глупых удалений в начале второго тайма. Ну, и Енисей такая команда, что, конечно, не отпускает такие моменты. Все равно ребят поблагодарил, старались, как могли, потеряли двух защитников. Сейчас не знаю, как вот мы с Кемеровым будем восстанавливаться. Могут они играть, не смогут. Проблемы в обороне есть. Немножко, честно говоря, в фронтаже мы подсели. Может, это и удаление сказались. Ну а удаление откуда идут? Стали где-то не успевать. И, соответственно, не успеваешь, да, уже за счет удаления. Видно, что самоотдача у ребят была запредельная, в общем-то. Как бы все так сейчас расстроились, и все понимают, что был шанс очень хорошо сыграть с командой, которая сейчас лидер нашего чемпионата. Может, тут и праздники сказались на этом. Все-таки наши возможности в этот период не могли, мы тренироваться там. 28-го мы последний урок играли, и 28-го до 3-го отдыхали. Просто у нас не было возможности тренироваться. Ну, не хочу на это сваливать, но как бы одна из причин, почему я считаю, что у нас не хватило физически функционально. Во втором тайме играть так же, как в первом. Большое спасибо. Как вот качество льда? Ребятки говорят, немножко непривычен для них. Против ветра сложнее играть по такому льду. По первому тайму, потому что обращаешь внимание на ветер, слезит глаза и попутка мяча здесь. А по второму тайму полегче, толкаешь мяч, ветер уже в глаза не так стреляет. И партнеров начинаешь видеть уже. Ну так, как вы предусматриваете такие условия? Какие-то подсказки или ребята сами ориентируются? Под каждым условием есть свое качество, то есть как надо играть. Например, если лед не очень хорошего качества, мяч надо толкать. Не вести его по льду, чтобы он не скакал. Толкаешь, смотришь. У нас свои нюансы. Сергей Иванович, а лед плохого качества только в Красногорске или во многих местах? Здесь они даже захотели бы сделать, нет, не сделают. Ну, здесь температура, допустим, влажность сегодня 92%. То есть дождичек или снежок капает. Если спасибо. Заливается лед, это пупырышки. Спасибо. Все.